Всем здорова, с вами Драк, это Виоланда, и мы играем в Overwatch. Здорово! Давно не играли мы с Володькой. Вообще очень давно, уже прошло там, не знаю, полгода, наверное. Чпоньк, на тебе. Привет! Промазал. Ау, это было больно, ты сосули, знаешь? Сосули, мастер. Ой, стенки. Оп, он дал. Тут ставит. Тихо. Во, значит, ты какой, а. Я так же могу. Я такая же. Нет! На! Не работает. Почему я тебе... У тебя прям в нос. Я здесь снеговика сделал. Неплохо. О, Ханза, я всрал. Ай, гомосек. Да, а у меня он черный. Из тюрьмы, наверное, мыло уронил. Золотые купола душу мою радуют. Ох ты! Сразу я промазал! Ау! А! Есть! Просто рикошетящая пуля затащила. Пуля? Может, стрела? Присрать. Ой, симметр. Сейчас засосу до смерти. Тут уже ее типа апнули. Да я знаю, теперь это вообще писец какой-то. Это вас защитит. Чё? Где ты? Вижу. Сверки какие-то. А! Факт ап. Что загрузило? Мою турель уничтожили. Где ты? А, вижу. Это вас защитит. Ой, ты падла такая! Сосуче. Есть. Так, не надо молчать. Можешь забить. О, за свинок. Да, да. У тебя, значит, новогодняя свинок, типа такой крутой. Ну, конечно, да? У меня еще вон подарок от Джункрата есть, дробовичок. А-а-а, неплохо. Так. Хрюха. Ой, кто-то куком промазал. Непростительно. Ой, притулька зашла. Мазать хуком непростительно. Неплохо. Чё такое? Чё так у меня подлагивает-то? Да ты заколебал. Ай, фак, я тоже. Угу. Неплохо. Давай. Да ты... Чё он не зашёл за угол? Да вы издеваетесь! Прыгай! Потому что я тебе выдал два крита в хедшот. Я тебе тоже два крита, нахрен, да? Выдал, алло. У меня почему-то ты в пузо мне стрелял. Первый выстрел был в голову, второй в пузо. Да, я и говорю, в том-то дело, как это работает. Целюсь в голову, а попадает хер знает куда. Но вообще у него самый большой, этот самый считается. Как его? Вау. Вообще не умею играть на заре. Я знаю только то, что она, чем больше дамага получает, тем больше ее урон. Плацебо. Плаценты. Чё? Я зря, наверное. Ау. Ready to battle. Ау. Зараза, давай перезаряжайся быстрее! Ну, гнида ты русская, блин. Я русский? Да не ты. Персонаж, блин. Чё так долго перезаряжаешься-то? Ну, чё нельзя побыстрее? А, чё? Один язык вытащил, второй язык вытащил. Чё, дауны, что ли?
Ау! Нахера ты? Слушай, ау, тихо, 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 тихо. Это я то же самое. 80 хп! Ну мы наравне. Вау, вау! Он неожиданно отрикошетил просто от дверного косяка. Это было неожиданно. О, опять сомбра. Ну скажи, у тебя есть такой скин, как у меня, а? У меня вообще золотой скин на сомбру. Даже два. Стоп, или это не золотой считается? Это латуневый какой-то. Так. Слушай, а чё ты такая жесткая? А вот потому. Как это работает, чувак? Тебе нужно, чтобы тебя ни разу не попали. Тихо. Не, ты уходишь в инвиз? Ой, как ты смешно ножки-то скосил. Не, я за сомбру не умею играть. Я тоже. Слов... Просто все... Я реально не умею за нее играть. Файт. Один матч на один еще как бы возможно вытащить. А, когда я иду... Ну, когда я иду в командную игру, я вообще... Бабушка, так... внучок голодный. Да как это работает? Я не попадаю. Ой, я прям попадаю. У меня меткость 0%. Угу. А снайперская 33. Бабушка, бабушка. Я не понимаю, куда эти снаряды идут, но окей. Бабушка, ну не надо. Ну ты что, ты ж добрая. Ты ж конфетки раздаешь. Зараза! Я тебя неплохо выдал. Да! Володька побеждает первый раунд. И я не вижу. Бабушка вин. Куда не поставить лайк. Да, да. У меня очки, как знаешь, у это. А, у меня нет очков, окей. Да, у тебя повязка на глаз. Очки, блин. Тра-то-то-то-то-то-то-то. Видал, сейчас скилл будет. Смотри. На. Тебе просто повезло, у меня залагало, и вообще игра говно. Скилл, но тебе это не грозит, да, там. На, просто. Изикатка. Давай покидай матч и еще один сыграем. Покидай матч. Да, я согласен покинуть матч. Мы создаем кастомную игру. И приглашаем Драгота. Ставим сеттингс. Так хочу скин на Мэй, зараза, он не выпадает. Как назло не выпадает. Вот прям, ну прям хочу его, прям как хочу. Нет. О, Гензи. Генджи. Генджи versus Генджи. Файт. Тра-та-ра-та-та-та. Ой, тихо, тихо, Галя, Галя, тихо, тихо, подожди, секундочку. Тихо, 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 напряженный, напряженный катка. Да ёпта. Угу. Два попрыгунчика, блин, эй, вот эти, блин, нечестно. Что нечестно, все честно. Где ты, блин? Я слышу твое вжух, вжух. Я не понимаю, где ты, блин, волшебник. Вжух, хрена. Я тебя убил. Я кот волшебный. Засранец китайский, блин. Это то, что я с Алиэкспресса заказываю вещи, это не значит, что я китайский, понял? Я вижу тебя. Привет. Да почему я не могу отбить свой меч? О, что? 16 хп. Да чтоб тебя, блин! Знаешь, куда я тебе этот меч засуну? Знаю. И проверну еще.
Спасибо. Плацебо, у меня там... Да, ладно, не буду ничего говорить. Покажу, что я выше этого, да? Да. Главное, тихонечко. Привет! О! Контр-хрюк называется этот прием. Не знаю, ты слишком отошел, что там. Я не умею за свинью играть. Ой-ё, перные мои ушки. Молот пошел. Вот, вот Ванька вообще за него всегда играет, это его тяж. А-а-а! Что я же? Издевательство. Привет. Привет, Андрей. Ну давай, спускайся. Ну обни меня скорее. Ну спускайся. Я не хочу. Давай. Приходи, иди. Мама говорила, надо играть вместе на площадке, давай. Да, да, конечно. Давай. А! Ну, мечи молотом! Вся тактика за Рейнхарда! Fuck you! 40 хп осталось! Он не пускал саны этот. Я нажимал Ешку, но ничего не происходило, так это не работает. Такое бывает, нужно типа остановиться. Или а я что делал? Я, блин, 2 секунды никого не открывал. Алло. Что происходит вообще? By the Dragon. Ты где? Я там где всегда. Ах ты, стоп ты, блин! Да ты издеваешься! Неплохо сыграно. Мукри. It's High Noon. Fight. Ну что, ты готов? High Noon. High Noon. Хера ты дерзкий. Нет, это так не работает, Карл. Это именно так работает. Это так не работает. Ты даже не попал в меня этой светошумовой своей. Вообще-то попал рядом. Не обязательно прям в человека попадать. Да я знаю. Но это так не работает. Французинка. Я, блин, отошел. Уходи, короче. Уходи и дверь закрой. Мину он там свою поставил. Да. Ты что-то против? Вот так, никаких мин. А тебе понравилось? Мне очень. Нео! Что происходит? Ты где? Да чтоб тебя! Я знал, что ты оттуда выйдешь, но я думал, ты выйдешь чуть ближе и коснешься моей мины. Я знал, что она тут стоит. Знал он, знал. Предугадал ты. Я просто многоходовочки всякие твои знаю. Ой-ой-ой, многоходовочки знает, вот и что. Выпендрёжник хреном. Многоходовочки он знает. Где ты, огромная макака? Привет! Купол активирован. Активирован купол. Чё-то у меня такое ощущение, что я тебе меньше дамага наношу, чем ты мне. Ну где щит? Почему щит я тебе... Щит пробивает, как я понял. Вот да, но почему-то я вроде бы мы с тобой одновременно жарили. Сколько у тебя хп? Офигу ставь. Не, ну приблизительно было. Ну, хп 100 где-то оставалось. Странно. Ну ты в меня не попадал иногда. Я вообще не понимаю, как работает эта молния. Мы когда играли за трейсер,
В вражеской команде была макака. И просто эта макака разносила все, даже не целясь в нас. То есть он стреляет во что-нибудь одно. Хера ты меня раздамажил. А чё ты меня так раздамажил жестко, расскажи мне. Потому что я тебе в голову стрелял сверху. Почему ты сдалека попадаешь мне в голову? Чё с моим голубем сейчас был, я вообще не понимаю. Не, ну как твои дивы показали, конечно, это мне больше понравилось. Не, ну дивы-то да. Давай. World of Tanks. World of Tanks. Картоху ставим. Так, вот не надо обходить, не надо. Тави пипец. Я слышу, как ты куда-то стреляешь. Так как это работает? Вот так вот. Эй, это что за наступление агрессивное? Да, я так могу. Да вон же там милиписьки что не попадают, а вот попадают. Я ненавижу. Это нечестно. Это уже наглёшь. Это уже, мой друг, наглёшь. Да, только на тебя вышел. Всё легально. Легально у него все. Да. Ой! Я уже ушел, как ты в меня попал? Неплохо сыграно. И Володька как бы побеждает вторую Каему. Как ты в меня попал, что мне интересно? Просто смотри этот лучший момент. У меня, по крайней мере, я уже за стену зашел. Похилялся, самое главное такое. Типа, ну что ты, где, дядь? Эпичная музыка такая еще, да, знаешь. А че не показали, как ты меня убил? Знаю. Перфект, у тебя ни одного перфекта, понял? Зато я тебя на Ханзе и на обезьяне. Ой, на обезьяне. На Ханзе и на макаке. Да почему матак? Бля. На свинье. Ты меня на Гензе. А, нет. Я на Ханзе же победил, алло. Ну, Макри, я же сказал, Макри и Свин. На Ханзин. Да? И на Макаке. Ну, главное, ты меня понял, ладно. Да. По времени, я думаю, нам уже пора заканчивать, потому что уже минут 20, наверное, мы точно где-то. Даже, может, чуть больше. У меня просто рендер идет долгий. Йоу. Ну, обязательно еще с тобой поиграем так на запись. Мне это очень понравилось, несмотря на то, что я просрал. Но мы-то знаем, что первый раунд я выиграл. Мы-то это знаем. Если не на записи, то это не считается. Да все равно мы знаем, что я-то выиграл. Да ладно, ничего страшного. Если вам понравился этот видеоролик, если хотите больше видосиков с Володькой, ставьте большие пальцы вверх. Лично мне понравилось. О, ясен пень тебе понравился, а, блин. Лакер, блин. С вами был Драг42 и Виоланда. Всем удачи, всем пока. А еще, кстати, подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании. Всем пока. Конечно, будет в описании. Всем пока.